Притон для занятий проституцией накрыли вологодские полицейские. Злачное место располагалось в небольшом здании на улице Беляева. Вывесок на фасаде не было, зато периметр здания увешан видеокамерами. Официально здесь работал массажный салон, но по информации, которая поступила полицейским, клиенты здесь получали совсем другие услуги. На территории города Вологда сотрудникам управления уголовного розыска было выявлено помещение, где предоставлялись сексуальные услуги за деньги, то есть организация занятий проституцией. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, осмотра места происшествия, данная информация подтвердилась. Организаторы, значит, позиционировали себя как предоставление услуг массажа, так называемый массажный салон. Но в дальнейшем данная информация была проверена, и, значит, получены материалы, свидетельствующие о том, что там предоставляются далеко не услуги массажа. Обыск в помещениях также подтвердил эту информацию. Изъяты предметы, деньги и записи, которые указывают на систематическое оказание интимных услуг. Кроме этого, сыщики задержали трех девушек в возрасте от 25 до 34 лет. В настоящее время за организацию проституции в Вологде возбуждено уголовное дело. Добавим, что за последние два года на территории Вологды и Череповца выявлены около 6 подобных салонов. Их организаторы установлены. Часть из них уже привлечена к уголовной ответственности. Работа в данном направлении будет продолжена. Дмитрий Михайлов при содействии пресс-службы УМВД России по Вологодской области.